должно. Поехали. Последний и, ну, наверное, опять же, один из самых медийных финалов. И сразу 1-0, 1-0, 1-0. А как так? А как так? Непонятно, непонятно, какую ошибку допустил пятый номер. И в итоге Рома — это самый быстрый гол Лиги М, наверное. Ну, один из, так совершенно точно. Тимур Калижанов открывает счет, пока я разбирался с составами. Как это было? А не нарушение ли это правил? Мне кажется, что нет. Ну-ка. Да нет, нет, плечо, плечо. Давайте отдыхать, скоро вернемся. Удар уже где-то рядом, я чувствую. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вот это комбинация! Еще раз, моя бы учительница геометрии была бы супер довольна. Как расчертили! Я сказал, что чувствую, что рядом удар, но что он станет голевым, вот тут, тут, конечно, я не знал. Великолепная просто атака в стиле Квазара. Я думаю, можно так говорить. Комбинационное, в касание. Ну, просто супер. Идеальный гол. Римские кружева на поле Вернадский парк. А добивает Тринитадский. Там еще рикошетик, по-моему. В эту игру. 2-1. Ибрагим Ибрагимов. Седьмой номер забивает. Бильярдный удар в ближний. Очень интересно, что будет дальше. И как отреагирует Ром. Стемилар в большом футболе. Очень сложный был момент для арбитра. Удар! 2-2! 2-2! Все-таки они сравнивают. Извините, ну вот ты говори. Да, вот, вот она справедливость. Как, не знаю, в вашем детстве, может быть, кто-то так говорил, но вот мне папа говорил, что футбольный бог все видит. Не знаю, существует он или нет. Но красавец, скидка. Ой, слушай, прекрасная атака. Классный гол, классный гол. Скидка головой, удар 14-го номера. Адушев забивает. Все, все время забываю фамилию. Да. И сработало то, о чем мы говорили. А как там Калижанов? Неужели пяткой там забили футболисты Ромы? И тоже как будто бы нелогично. Давили один. Давайте смотреть повтор. Но здесь борьба корпусом выиграна. Дальше пяткой и дальше пяткой. Нет, 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 подожди, пахнул пяткой, а удар, по-моему, нет. Ну, вот смотри. С этого ракурса. Пах пяткой, да. И... Ну, по-моему, тоже пяткой, вот. Нет, тебе не показал? Вот я Дэну показываю вот так. Все, все. Да! Ну, поздравляем Рому в первую очередь, но, конечно, констатируем, что ничего обычного, очень жалко, потому что, по идее, должны мы были видеть как минимум шутауты, но, еще раз, человеческий фактор в нашей лиге немного, но свою роль все-таки играет.